я направляюсь на конкурс. Сегодня все-таки состоится небольшая сходочка у нас плодоискателей. Сегодня как минимум должно на копе присутствовать 5 человек. На копе будет у нас хорошие приборы. Под хорошими приборами я подразумеваю, это будет Fisher 75, потом Терка 705, будет Аська 250 с катушками у Торнадо. И мой прибор, я не знаю, пока не могу его отнести к разряду хорошим. Вот, я еще просто набираюсь навыки, но уже зарекомендовал он себя неплохо. Сегодня я хочу сделать небольшой тест-драйв по приборам, то есть небольшое соревнование, вот, кто сколько чего накопает. Но посмотрим. Обязательно находки будут. Уверен на 100%, что будет очень интересно. Так что посмотрим, поживем, увидим, что у нас сегодня выйдет. Все, продолжаем ехать. Итак, у нас имеются небольшие находки, а может и большие. Вот такие вот 5 копеек, 1860 год. Вот, ну в принципе, сохранчик неплохой. ЕМ, это самая распространенная монета была. Вот, Екатерининский монетный двор. У нас за миллион было выпусков. Редкие монеты СПБ. Вот там несколько было. Вот такая вот зажигалка. У меня такая зажигалочка есть. Вот такие вот 5 копеек 1952 года. И 15 копеек щитовик. И вот такая блямба, шмурдя, не знаю. По весу легкая, вряд ли это монета. Но он все равно на всякий случай взял ее. Вот такие вот находки у Стаса. Сейчас он будет закругляться. Сваливать, ну не знаю, посмотрим. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, у нас находочка вот из такой вот ямки. Весьма-весьма приличная ямка. Вышел вот такой вот замечательный, просто замечательный крест. Поломанное это одно, но он еще и погорелец. Вот так вот наплавился, жар был очень сильный. Вот, замечательный крест, вообще суперский. Классная находка. Прям глаз радует. Очень жаль, что не восстановишь. Да, восстановить медь или латунь тяжеловато. Но как находка, отправляется в коллекцию. Ладно, продолжаем. Итак, ходим-бродим. Был сигнал. Выпал у меня вот такая большая конина. Налет на ней очень большой. Вот такая вот штучка. Если не ошибаюсь, у меня таких уже 4 конины. Ладно, продолжаем. Продолжаем копать на этом же месте. Сигналов очень много, очень много. Не все приходится копать, потому что отдают в чернину. Ну а так, что звучит хорошо, более-менее, обязательно копну. Смотрим. Так, у нас вот Костян, ну, здесь вот долго что-то ковыряет. Я подошел, и он мне показал пару находок. Основную часть я покажу в конце видео. Вот такая двушечка «Царица полей» Александровская. 1811 год. Ну, сохран, в принципе, средненький такой, немножко он затертый. Но пойдет. И интересная вот такая вещица. Очень интересно то, что это не иконка. Это не пойми, не знаю что, но здесь изображен крест, как на крестиках лепестках. А на другой стороне молитва. Вот интересная находка. Может, из крестика лепестка, да, саморучно, может, вы делали такие штучки. Окантовку-то видно. Ну да, вообще-то окантовочка здесь имеется. Значит, это... Первый раз.
Да, интересная штука. Первый раз мы такую видим. Ну ладно. Стас у нас, зять Саня, отправляются домой. Сейчас я их провожу, сниму, что они засняли. Поняли. И пусть они идут у нас домой. Нам больше, да. Смотрим, да. Итак, Стас все-таки собрался домой. Похожу его находочки. Вот такая зажигалочка, повторюсь. Пятачок. Шмурдя вот этот бесполезный. Не знаю, зачем он ее с собой таскает. Вот такие вот 2 копеечки царицы полей 1824 года. Еще одна 1821 года. Пятачок 52-го. 15 копеек в квадрате и трешечка 29-го года. А дядь Саня там тоже собирается, он там тоже, как ни странно, очень странно даже, находку сегодня поднял. 3 копеечки серебром. Так что у него, наверное, счастливый день. Ну вот так вот, ребят, у нас здесь продолжат копать. Я подымусь вон на ту вон гору. Сейчас посмотрю в течение получаса, что у меня там получится. Если ничего никак, спущусь к ребятам. У ребят находки есть, в принципе, довольно-таки приятные. Ну и так веселее. Ну и все, продолжаем. У меня все по-старому. Нового ничего не подымал, так что смотрим. Итак, залез я вот в такую ямку, немножко решил зашурфиться. И у меня вот этот камушек сигналит, и он у меня круглый. Переворачиваем, смотрим. Это у нас монета. И это у нас советик какой-то. Советик. Так, стоп, очень интересная монетка. Это у нас серебряная монета, царская. Царская серебряная монета размером с 10 копеечек. Сейчас Костя мне тут поможет немножко. Хорошая монетка. Но нет, мыть надо. Но факт в том, что это серебро. 15-й год. 1915 год. Вот первая хорошая находочка. Серебро царское, 15 копеек, 1915 года. Костя у нас немножко больше волокет в этом и говорит, вроде как не очень частая монета. Ну ладно, посмотрим. Даже сейчас я зайду, если она очень интересная, я следующим сигналом вам про нее немножко расскажу. Все мы зашурфились рядышком. Все здесь. Продолжаем. Итак, у меня очередной сигнал был. И это у меня снова монетка. Монетка на этот раз золото партии. 3 копеечки. 1900, судя по гербу, 29-й. Сейчас мы скажем. Блин, не видно, какой год, но все равно кажется 29-й год. Ну пусть будет 29-й. Потому что двоечку не видно, но судя по гербу, это 29-го. Ну ладно, сигналы есть. Всего 2 штыка лопаты снял. 2 штыка лопаты, 2 монеты. Продолжаем. Итак, у меня очередной сигнал и очередная монета. Вот он у нас монетик. Так, это у нас советик. 2 копеечки 31-го года. Ну ладно. Сохранчик вроде бодрый будет. Вряд ли. Поедем немножко. Разместим мы все рядышком здесь. Походу я пока один удачно выбрал уголочек в ямке. Даже у Костяна ни хрена ничего нет. Хотя Костян у нас по посту монет закоп копает.
Ну вот у Костяна находка, прям я издалека не смотрел, издалека вижу, и я первый, кто ее поднимает. Так, это ранний советик, щитовичок, 10 копеек щитовичок. Так, год у нас 32-й, ну, распространенный, пойдет, пойдет. Продолжаем. Так, у Костяна тут сигнал. Да, и это у нас пятнашка 40 в квадрате. 15 копеек в квадрате. 41. Долго на его мутужил. 41 год. Начало войны. Ну все. Продолжаем. Царей пока нет. Да. Как нет? Я же серебро подвижу. Так, Костяна, как всегда, находка. Как всегда. 2 копеечки, 1924 год. Сохранчик будет бодряк. Неплохой, неплохой будет сохранчик. На лицевой стороне язв нету. На оборотной есть немножко зелень. Но я думаю, она счистится. Да нет, самый то прям патина будет нарядная. Не, она, видишь, ярко-зеленая. Ну а так зачетно, зачетно. Ровненькая, не покусанная, не поломанная. И ровная патина. Ладно, зачетная находка, зачетная. Так, другие у нас отстают. Отстают немного. Разрабатываем поверхность. А, только разрабатывает. Планирует место. Да. Ладно, продолжаем. Сигнальчик. И выпал вот такой вот классный крестик-лепесток. В принципе, сохранчик бодрый, ушко на месте. Сзади немножко затерта молитва. Ну а так бодренько, целенький. Все. Продолжаем. Итак, у меня очередная монета. И монета у нас советик. Даже не пришлось искать. Сам выпрыгнул. Это у нас 2 копеечки. 1945 года. Конец войны. Сегодня у нас выпал начало войны, 41-й. И вот сейчас выпал конец войны, 45-й. Ладно. Вроде у нас находки здесь имеются, но не такие, какие хотелось бы, но все же. Вот такой вот я шурф разработал. Сейчас я его засыпаю. Где-то примерно мне по шейку было. Вот сейчас я его уже присыпал. Ладно, продолжаем. Всем гостям моего канала рекомендую подписаться. Здесь вы увидите много интересного видео, что связано с металлопоиском, и полезной информации. Будьте всегда первым при просмотре новых видео. А для этого тебе надо подписаться, нажать на колокольчик, поставить галочку, и ты будешь первым оповещен о появлении новых выпусков. Итак, у меня очередной сигнал. Все парни посваливали со своих шурфов. Вот у меня сигнальчик. И выпал вот так вот монитосик. Ой, а сохран-то какой. Ой, немножко подъеденный. Советский, советская трешечка 1940 года. Ну, пойдет. Все же монета как-никак. Вот в такой вот красоте мы сегодня копаем. Солнышко припекает. Мы совсем разделись. Ходим совсем в майках. Вот. Вид у нас вообще замечательный. Ну и вообще радует, радует, когда компанией копаешь. Все, смотрим. Итак, ребят, совместно решили мы засыпать шурф. Вот так вот мы засыпаем. Вот. И заодно рядышком удлиняем, снимаем слой. И вот при снятии слоя у меня выпал такой вот монитосик. Это 5 копеек 30-го года.
язвочек больно-то и нету. Сохранчик вроде неплохой. Хорошая монета. Вот такая вот у нас вышла. Сейчас у нас Костян спускался вон туда, вон вниз. И нарвался на небольшую семью кабанов. Выводка у них не было. Уже, в принципе, взрослые кабанчики. Если бы, конечно, были поросята у них, Костян бы не поднялся у нас сюда. Не стало бы у нас Костяна. Вот, но он сразу прибежал сюда. Новость нам сообщил. И желания туда к речке у нас больше нет. Так что вот так вот. Ну, продолжаем. Смотрим. Интересное будет, а вы об этом узнаете. Итак, ребята, ребятушки, здесь вот у меня вот такое вот чудо. Чудо. У меня пацаны вон все в ожидании. Я аккуратно выкапываю вот такой вот горшочек. Горшочек. Не знаю, что внутри. Не знаю, что внутри. Но что-то какой-то был отзвон. Раз я его начал копать, я аккуратно вот начал его вот таким вот способом археологическим доставать. Смотрите, керамика темная. Не какая-нибудь светлая. И он целый. Вот сейчас мы будем доставать его и будем смотреть, что внутри. Что у нас внутри. В общем, процесс у меня будет очень долгий. Если что-то очень интересное или очень отвратительное, я вам все равно не скажу и не покажу. Но как варианты ваши, что внутри, пустота или густота, вы можете присылать. В личку я могу вам ответить, если вы заинтересуетесь этим горшочком. Где? Ну ладно. Вон ребята тоже извращаются возле горшочка. Тоже в надежде, что вытащит там горшок. Ну ладно. Закончу я вот на этой приятной ноте. Вот на этом хорошем горшочке. Очень приятный горшок. Ни раз такого не подымал, не видел. Так что ваши комментарии я жду. И, естественно, самым таким я отвечу, что и здесь было. Ладно, продолжаем. Итак, горшочек я выкопал. Вон там на месте горшочка у нас продолжают копать. Чем горшочки мы никому не скажем. Да. Вот у меня выпал вот такой вот монетик. Советик. Советик старый. И это у нас пятачок. 5 копеек. 1930 года. Это у меня уже второй сегодня пятачок 30-го. У Костяна, по-моему, тоже 30-го пятачок. Ну, продолжаем. Мы здесь вот у нас вот товарищ Юрец боролся с кровлей. Все-таки он ее одолел. Сгнивший. Да, вот здесь вот Костян собирает иголки какие-то своим прибором. Видит он у него все. Там Валек что-то кости перебирает, просто копает, чисто мышечную массу набирает. Находок у него нету. Может, он действительно просто приехал покачаться. Сами видите, он здоровый, любит покопать. Ладно, продолжаем копать. Все в этом же яме, как вы видите. Мой шурф уже практически сравнялся с горизонтом, а я в нем стоял по шейку. Так что закапываем за собой шурф. На будущее сразу будет видно, что здесь смысла нет больше перебирать ничего. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, моя мечта на сегодня сбылась. Хотел я сегодня поднять большого царика. И вот он царик. Да нет, это не царик. 24-й год. Это пятачок. 24-й год. Все равно зачет. Ну, все равно зачет. Я его в легкую касательным задел. Вот. Царапины, ладно, в принципе. Царапин, в принципе, нет. Ну, просто стер с него патину. Ну, патина — это ерунда. Восстанавливается.
Ну вот такой вот пятачок классный. Сигнал, между прочим, был невзрачный. Вот, из-за этого я так небрежно воткнул лопату. Вот. 88. Вот, и вот такая вот монетка выпала. Сейчас я посмотрю по своему, как он, ПВДИ. У меня чисто 95. Но это когда выкопанное, а когда в земле или еще стоит как-нибудь бачком, может и по-другому. Ладно, зачет, зачет. Итак, солнце у нас еще высоко. Еще, наверное, в пределах получаса оно у нас будет висеть. Потом у нас оно сгинет. И можно будет еще потом, после того, как солнышко у нас упадет, часок покопать. Все увлечены. Все по-прежнему. Валюк у нас до сих пор банки качает. Вот. У Костяна тут сигналы. И у меня вот такая вот находочка. Вот такая находка. Сейчас мы узнаем, что это у нас. Так, видно белое. Белое. Цвет металла. Так, 10 копеек. 10 копеек. Это у нас год, я не скажу. Заляпанный. Ну, это, наверное, 24-й. И вплоть до 30-го года у нас вот такие вот белончики были. В принципе, отмоется, будет нормально. Вроде сохранчик, вроде такой бодренький. Но на ней вот эта какашка, блин, наляпана. Но она отмоется. Ладно, продолжаем. Находки радуют. Цариков охота. Ну ладно, от имения такого будем выкапывать это. Итак, был сигнал. Выкопал я вот из такой вот ямины. Вот такую вот штуковину. Но сразу могу сказать, что внутри ничего нет. Пустой. Пустой чугунок. Ну а насчет того чугунка вы поразмышляете. Продолжаем. Итак, поторопился выключать камеру. Ох, какая красавица. Вот она красавица. 20 копеек 1925 года. Белончик. Я Стасу на день рождения дарил сувенир. А сувенир это 5, 10, 15, 20 копеек 25 года. Серебряные. Видео у меня есть. Кому любопытно, можете посмотреть, как я делал ему подарок. Как он был рад, когда я ему вручал серебряные монеты. Вот. В общем, он такая-то красавица. Зачет, зачет. Так, долго, коротко. Выпал у нас еще один сигнальчик. И на этот раз у нас 15 копеек. Тоже белончик 1928 года. Ну чё, ну чё. Классно. Мои поздравления. Продолжаем. Спасибо. Итак, у меня сигнальчик и очень приятный зеленый цвет. Вон он. И это у нас и царик. Это у нас царик. Судя по размеру, 2 копеечки. Но сохран, конечно, убиенный, затертый весь. Но год прочесть можно. 1879 год. Александр. Ну, это радует. Радует. Все. Продолжаем. Солнышко у нас еще стоит. Так что находки еще будут обязательно. Смотрим. Так, у меня находка. Но она не звенела, а выпала вот такая вот бутылочка. Вот что, чем Шурф хорош, что можно найти приятные находки, которые на металлоискатель не откликается никак. Вот такая бутылочка из-под микстуры. Есть у меня бутылочки, но большего размера, а это совсем маленькая. Продолжаем мы все в этой же яме находиться. Мы ее практически засыпали. Вот. Находки вроде у некоторых есть, а у некоторых
отсутствует. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, у нас подходит время к завершению своему. Решил сделать небольшой видеообзор по находкам. В принципе, видео у меня получилось и так большое. Но вкратце я расскажу и покажу, что мы нашли. Костян Фишер 75-й нашел вот по шмурдяку вот так вот. Вот монетка 10 копеек, 2 копейки 57-го облома, крестика, 2 конинки, пуля и вот такой вот крестик непонятный, может образок. И вот что зачетно мне больше всего нравится, это вот такой вот классный крест. Жалко, что он не только обломанный, но еще оплавыш. Потом 3 копеечки, непонятно какого года, 3 копеечки 40-го года, 2 копейки 24-го в хорошем состоянии. Так, это у нас 5 копеек 30-го года. Вот такой вот царица полей, 2 копеечки. 2 пятнашечки 41-го и 35-го. И вот такие вот 2 у него серебрушечки. 2 серебрушечки. Это 20 копеек 25-го года и 15 копеек 28-го. По моим находкам вы, в принципе, все видели. Вот такая бутылочка интересная. А подкова на этот раз летняя вариант. На прошлом копии я поднимал зимнюю подкову. Вот. По монетам у меня 3 пятачка. 3 пятачка оба 30-е года. И этот пятачок у меня 24-го года. Трешечки. 40-го года. 40-го года. Ну, здесь, по-моему, я... 29-го. Двушечка 25-го года. Двушечка 31-го. Двушечка 65-го. Это 15 копеек. Какой-то, наверное, 42-й. Царская двушечка. 1700. Не помню какого года, не видно сейчас. Такая огромная конина. Это 15 копеек какой-то, наверное, 42-й. Царская двушечка, 1700. Не помню какого года, не видно сейчас. Такая огромная конина. Копеечка советская. Обломок от бубенчика. Вот такой вот крестик-лепесток. И, конечно же, тоже 2 серебрушечки. 15 копеек серебряный 1915 года. Посмотрел я по прайс-листу. Он недорогой, в принципе. И вот такая вот 10 копеек. Год я не могу сказать. В общем, что у меня получилось? У меня получилось 2 серебряные монеты. 2 царские монеты. 3 пятачка. Вот. А у Кости тоже 2 серебряные монеты. Двушечка. Ну, я считаю, наверное, по находкам, по цене, себестоимости. В принципе, наравне. Получается у нас ничья. Ладно, закончил. Все, всем удачи. Всем пока. И, конечно, побольше храбра.